Представляется Грищенко Дмитрию Владимировичу. Анатолий Михайлович Ломкина, хотелось бы поздравить всех участников соревнований, которые прибыли на нашу уральскую землю, почтить память этого великого футболиста. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех участников
за накал страстей, за ту тактическую выучку, за те домашние заготовки, которые были заблаговременно заготовлены и здесь на поле реализованы. Была показана высокая тактическая игра, я так считаю. Противостояние команд. Кто-то проиграл, кто-то победил. Но это не важно. Я считаю так, что здесь опять по возвращению домой будут, значит, проведены разбор игр и выработана какая-то новая тактика. Несомненно, получилось так, что этот турнир является одним из основных моментов развития и динамики футбола Казахстана. Ведь на поле при играх рождается тактика, рождаются великие игроки. И хотелось бы, чтобы из года в год этот турнир процветал, расширялся. Вот. А Федерацию футбола попросить о том, чтобы из соседних стран также приезжали ребята. Ведь наш казахстанский футбол должен откуда-то извлекать опыт, где-то должно рождаться тактическое мастерство. Также хотелось бы поблагодарить тренерский состав, который в свою очередь отдавал команды, переживал на кромке поля весь этот турнир. И благодаря этому кто-то победил и кто-то занял первое место. Федерацию футбола, в свою очередь, хотелось бы поблагодарить за проявленное внимание, за изготовленные кубки, медали. Ну а участникам соревнований пожелать дальнейшего развития мастерства, совершенства, побольше работы с мячом. Ну и как любил Анатолий Михайлович, это прорыв по флангу. То есть получил пас, стартанул, и уже все. И гол реализован. Здоровья вам, ребят. Работайте над собой, ждем в полном составе в следующем году вас всех. Уважаемые болельщики, родители. За пятое место награждается команда «Акжаик» 2006 года. За четвертое место награждается команда футбольного центра «Город Актобе». За третье место награждается кубком дипломом бронзовой медали команда «Акжаик» 2005 года. Санжар, сюда смотри, Санжар. Награждается кубком дипломом серебряной медали команда футбольного клуба «Атырау». Команда «Юджи» город Ахтубе.
Награждение проводят Утровин Игорь Владимирович и директор Огниязов Багдад Гантуинович. И президент Федерации Западно-Казахстанской Федерации футбола Любимкин Александр Григорьевич. Андрей, проходи. Сюда, сюда, Мади. Далеко не уходите, ребята. Федерации футбола Любимкин Александр Григорьевич. Лучшим защитником признан Бибулатов Жанбулат, футбольный клуб «Натурал». Награждение правил Козырев Игорь Евгений. Шапкин там у вас играть, держите. Магазинию проводит директор клуба Огниязов Богдан Гантуинович. Награждение проводит Утропин Игорь Владимирович.